Шеф-повар Максим Григорьев. Творожное печенье – завтрак школьника или крестики-нолики. Обожаю разную выпечку, сладкую, соленую. Как хорошо, когда есть что-нибудь к чаю, всегда можно вкусненько перекусить. А творог – это просто кладезь разнообразия блюд. И что мне больше всего нравится, это его огромная польза, особенно для детей. Но мой внук не любит творог в чистом виде, вот я и заворачиваю его в разную выпечку. Еще и немаловажно, форма и подача блюда, а для ребенка это, пожалуй, более интересно, чем для взрослых. Вот так и появились крестики-нолики, солененькие, посыпанные кунжутом, мы с внуком и поели, и поиграли. Испеките своим детям, я думаю, им тоже понравится. Время приготовления – 50 минут. Ингредиенты. Кунжут белый 1 столовая ложка. Масло сливочное 100 грамм. Мука пшеничная 180 грамм. Соль морская 1 чайная ложка. Творог 300 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Приготовим для теста мягкий творог, не очень жирный, муку, масло и соль. Возьмем еще яйцо для смазки и кунжут для посыпки. Шаг 2. Протираем творог с солью, с помощью блендера, в глубокой миске, творог должен получиться мягким и однородным. Шаг 3. Делаем в твороге углубление. Шаг 4. Сливочное масло растопить в пиале. Шаг 5. Выливаем масло в творог, высыпаем туда же муку и вымешиваем тесто минут 5. Шаг 6. Тесто становится эластичным, мягким, маслянистым, очень приятно с ним дальше общаться. Шаг 7. Делим этот шарик теста на второй части. Шаг 8. Из каждой части раскатываем длинную колбаску, длиной 36 сантиметров, и делим ее на 12 равных кусочков. Шаг 9. Затем раскатываем 12 тоненьких колбасок. Шаг 10. Делаем из них 6 ноликов и 6 крестиков. Шаг 11. В миску разбиваем 1 яйцо, вливаем 1 чайную ложку воды и размешиваем. Шаг 12. Смазываем наши крестики и нолики яйцом. Шаг 13. Посыпаем обильно кунжутом. При запекании, семена кунжута слегка поджариваются и очень приятно хрустят при откусывании печенья. Шаг 14. Переносим печенье на тефлоновый лист, на противень, и отправляем в духовку минут на 20-25, при температуре 170. Шаг 15. Из второй части теста делаем аналогично еще 12 печенюшек. Шаг 16. Вынимаем готовое печенье из духовки и отправляем вторую часть в духовку и выпекаем. Шаг 17. Вот такие чудные крестики-нолики получились. Подать к ним стакан молочка и получится отличный вкусный и полезный завтрак. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.